You can almost feel it coming. Yeah, he stunned Martin with that left. Now his hands are down. Now he's done. Defenseless. Right there. But Martin should have known that. Всем привет, я Икрам Алискеров, я должен был драться на эти выходные в Лас-Вегасе, но так все сложилось, что я буду драться в Саудовской Аравии, мы летим туда. Я принял бой на коротком удалении против Роберта Уитакера, это большой шанс для меня.